Всем привет, ребят! Ну что, давно я вам уже не записывал сардельку, и сегодня у нас будет интересный, скажем так, выпуск. Мы начнем фармить командные подземелья, командные локации, то есть командные подземелья. Это у нас есть Месса и Остров Лава. Командные пришествия монстров — это АПХ, Пустошь Хаоса и Осадский Саммит. В общем, давайте начнем с Пустоши Хаоса. Есть 4 локации. Как видите, чем дальше, тем больше силы надо для открытия определенного острова. То же самое и на острове Лавы. В общем, вот так вот. Есть 2 локации. Одна попроще, одна сильнее. То есть в командных это Шторм Месса, Остров Лавы. Остров Лавы, конечно, престижней. Мы начнем сегодня фарм, скажем так, с Мессы. Ну и, возможно, Остров Лавы. Я буду фармить своими аккаунтами. У меня 2 ака, я не буду 4 там ака заводить, собирать. Сейчас я основой создам просто пачку, так как я не смогу открыть полностью все. Поэтому если у вас есть в гильдии, там, не знаю, знакомые, друзья посильнее, это очень выгодно, потому что они смогут вас водить. Так, давайте Шторм Месса. Сейчас надо будет добавить сардельку. Это ужасно. Сарделька до сих пор не в друзьях. Так, окей, есть. Отлично. Поехали. В общем, локация чем хороша? Вы можете фармить ресурсы вместе с друзьями, и причем ресурсы очень нужные для... Так, где там моя сарделька? Прокачки аккаунта. Так, формируем команду. Ну, тут все очень просто. Берем те героев, которых мы используем. Можно бегать в рандоме, то есть если у вас нет возможности, скажем так, нету друзей, с которыми вы можете бегать, вы можете просто вот присоединиться к команде, у вас начнется поиск. А можно быстро начать, то есть вот видите, да, разница. Так как у меня уже есть кем бегать. Так, сейчас еще разок. Я вам буду показывать со своим аккаунтом. Ну вот, вроде все. Стартуем. Вы можете выбирать позицию. Ну, тут желательно, если у вас прокачанные аккаунты, можете вставать в разные эти квадратики. Ну, тут, думаю, вы поняли, что тут будет очень все быстро. То есть первый место. Вот, отлично, мы получили фиолетовый. Я вам сейчас просто покажу, что выпадает с сундуков. Так, окей. Забрали, поехали на второй. Конечно, награды тут есть рандомные. Вы можете это посмотреть на сайте. Там показывается, какие есть награды, с каких сундуков. То есть все рандомно. Можно карты вытащить, можно кучу расходников набить. Но в любом случае надо фармить эту локацию хотя бы раз в 2 дня, по откату. Как видите, с моими прокачками на основе тут все очень легко, как кажется на первый взгляд. Но для бездоната реально тут тяжеловато, особенно для начальных аккаунтов. Поэтому, если у вас есть тиммейты, бегайте с ними, не пропускайте. Так, второе мы зафармили. Поехали дальше. Поехали на третье место. У меня тут тоже карта есть. Отлично.
Мы сейчас так быстренько пробежимся и покажу вам потом награды, но вы уже дальше, если вам будет интересно, надо будет собрать пачку и бегать, показывать расстановки. Хотя здесь ничего сложного нету. Берете максимально прокачанных героев, тыковка обязательная. И с нынешними героями как бы проблемы здесь не будет у вас. Единственное, надо, чтобы тыквы были обязательно для разгона. Потому что без разгона будет очень сложно. Как видите, сейчас вот с разгоном уже намного сложнее стало. Третье место. Два аккаунта. Ну, в принципе, должны дотащить. Ну, минута осталась. Так, отлично. Ну, Сардели сыпет. Неплохо. Так, и поехали на четвертую. Плохо, что нет у нас всплывающего окна. Было бы прикольно, если было бы всплывающее и возможность там отключать, настраивать. Так, окей, поехали. Быстрый фарм. Так, ну тут уже посложнее будет. Тут надо было в центре, конечно, выкидывать. Ну, думаю, сейчас быстренько зафармим с моими героями. У нас проблем не должно быть. Никто не просел. Как видите, ограничения стоят на месах по урону, поэтому тут надо брать, если у вас не хватает времени героев, то есть там стрелка, фрею, ведьму, которые имеют приспешников и будут намного больше наносить. Так, отлично, с этим разобрались, поехали на лаву. Лаву я вам всю не покажу, мы попробуем первую, вторую, потому что дальше на третьей лаве в два аккаунта я не затащу, тем более у меня один не прокачанный. Но первую, вторую мы должны затащить, по идее. Ну, сейчас попробуем. Такс. Поехали, остров лавы, создать. Так вот, сарделька добралась до лавы. Я вам просто покажу, какие награды, откуда падают, чтобы вы просто понимали плюс-минус, к чему стремиться. Так, первая лава. Я уже даже ее не помню практически. Ну, ничего сложного, как видите. Моих героев на сардельке слили, остались герои. На основе. Ну, опять же, такое вот место, на которого надо тыковка обязательно, куча героев для разгона, ну, в принципе, должны затащить. Это остров лавы 1. Если у вас будет 4 человека, то все будет намного быстрее и проще. Так, отлично. Есть, поехали. Остров лавы 2. Все можно посмотреть на Википедии, есть куча разных обзоров, то есть составы, ребят, сейчас составы собираются, так, что-то мы подвисли, называется, сбегали, показал, блин, что такое, не выдержал нагрузки сардельки. Сейчас попробуем.
зайти. Так вот, ребят, бывает. Не выдерживает ног с нагрузки. В общем, раз в сутки, в принципе, я думаю, есть возможность там 10 минут у вас уделить. Конечно, есть куча других локаций, но это основные локации, которые надо проходить там, через день некоторые фармят, потому что откат, в принципе, нормальный, можно через сутки фармить свободно. Так, поехали. Попробуем еще разок. Я надеюсь, на этот раз не зависнет. Ну, как видите, мы их посливали очень быстро. Так, у меня там тоже с отхилом печально все, но попробуем. Посмотрим, как оно будет. Хорошо, что сделали ускорение. А, и опять тыковку слили. Надо отхил поставить. Я не буду успевать убивать их всех, скорее всего. Сейчас посмотрим. Скорее всего, что за файл не успею убить. Тыковку слили. Да, вот видите, тыкву сливают, и все, и вы не успеваете. Так, ну, у меня карточки еще есть. Сейчас попробуем создать получше пачку. Ну, в любом случае, первую лаву мы уже можем фармить без проблем. Так, на тыкву кинем вместо чикабума ангела поставим. Рунами, в принципе, можно поставить выживание. Так, уза есть. В принципе, все, нам этого должно хватить. Даже ангела нам должно хватить. Так, окей, поехали. Создать. Как видите, я на двух аккаунтах, поэтому у меня немножко дольше. А так, обычно, если ускорять везде и быстренько, можно за 10 минут все зафармить. Это не есть проблема. Самые основные плюшки, которые вам дадут за прохождение этих локаций. Так, тут всех слили. Так, там держится. Да, вроде нормально все. Отлично. Черик выжил у меня хотя бы. Ну, видите, с тыковкой совсем другой результат у нас получается. Поэтому тыквы хотя бы минимум 2-3 у вас должно быть. Так, отлично. Ну, третью, я думаю, смысла нет фармить, мы ее не затащим. Я вам просто ради дела покажу, чтобы вы понимали, что это такое. И к чему стремиться. Ну, четвертое там вообще жесть. А, так. Создать. Пригласить друзей. Сардель нашу вынесут сразу же.
Нет, держится. Ничего себе, посмотрите, держится еще сарделька. Вот это да. Надо, кстати, сюда пробовать брать трианта, чтобы он, смотрите, ворожай, даже живой еще, ничего себе. Тут я просто не успею, тут надо немножко другие составы героев, но вот так вот одного даже ушатали. Дальше, конечно, без разгона мы ничего не сделаем. Так, окей, с этим разобрались. Поехали, пооткрываем плюшки, посмотрим, что же все-таки это за локации. Так, сундуки гильдии. Ну, давайте тоже откроем. Недостаточно места на складе. Вот так вот. Вот тебе на. Так, этих можно пока... Не нужен, эти тоже не нужны. Поехали, смотрим. Ну, конечно, тут мало плюшек, как видите, у меня тут по одному сундуку всего-то. Так, это мы открываем гильдийские. Отлично. Там у меня все равно места не хватает, пишет. Боленько. Так, давайте мифический. Это мясо первое. Вот книжечки, карточка элитного, то есть синего героя, ордена. То есть в основном вы отсюда будете получать ордена. Месса 2. Вот опять уже 150 орденов, мы уже получше слизни пошли. Так, вот пошли уже КГшки. И карта завершенного квеста, это если у вас нету чем закончить, вы можете закончить за... с карты этой. Так... место четвертое. Поехали. 250 орденов. Ну, конечно, кристаллы такое себе, ну, плюс слизни. В любом случае, это лучше, чем ничего. Так, а вот теперь сундук лавы. Поехали. Смотрите, разница. Сразу же карты падают. Говорю, карты, книжечка. Неплохая для начального аккаунта, очень и очень. Ну, а тут уже идут дальше слизни. Плюс 3к. Вот поэтому чем выше, скажем так, вы, чем больше вы будете левел фармить, тем лучше же для вас, для вашей прокачки. Вот так, это у меня с гильдейских надо будет вкачивать просветы и уже начинать скоро качать. Смотрители. Надо будет силушку поднимать. Вот так вот, вот такие вот расходники, плюс-минус, я считаю, довольно-таки неплохо. Раз в два дня такое фармить, хоть какой-то плюс все равно будет к аккаунту. В принципе, все. Пишите комменты, лайки, репостики. Сниму вам уже следующие локации, которые надо фармить для бездоната. Всем удачи, всем пока.